О вкусах, как известно, не спорят, а о музыкальных вкусах тем более. Современность диктует свои правила, и теперь поклонников рок-музыки становится все больше и больше. И для многих молодых людей рок-музыка стала стилем жизни. Любят ли в Славянском районе это направление, расскажут наши корреспонденты. Звуки барабанов, клавишных и бас-гитар отлично были слышны далеко за пределами сцены в Северном парке. Нетрудно было догадаться, что здесь проходит рок-концерт. Фестиваль неформальной молодежи, где звучат современные рок-композиции, проводится ежегодно Управлением по делам молодежи Славянского района. В нынешнем году он прошел в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией. Ведь современные рокеры любым вредным привычкам предпочитают музыку. Здесь, на свежем воздухе, так сказать, open air, это традиционное мероприятие проходит летом. Пропагандируем здоровый образ жизни, поддержим талантливую молодежь. Группа «Джунгли» – активисты всех творческих фестивалей. Виталий Киселев выступает в группе всего год, и участие в таком фестивале он считает отличной возможностью показать зрителям свои достижения. Люди аплодировали, вообще это классно, это вообще не передать словами. На сцене находиться – это здорово. Как показало проведение фестиваля, в нашем городе много активной, позитивной и креативной молодежи. Именно поэтому проведение подобных фестивалей пользуется большим успехом. Любой желающий мог прийти на концерт, насладиться зажигательным выступлением любимого исполнителя. Кстати, в этом году хедлайнером фестиваля стала группа «Фо», подарившая своим фанатам незабываемые эмоции. На сцене они по-настоящему отрывались, а зрители активно их поддерживали. Молодежь Славянска на Кубани осталась довольна проведенным мероприятием. Настроение просто огонь. А зачем я сегодня сюда пришел? Я пришел сегодня сюда для того, чтобы выпустить эмоции, схватить новой энергии, для того, чтобы отдохнуть душой и телом. Мне нравится направление музыки рок. Я давно его слушаю, и я не прочь была посмотреть на наших ребят, которые здесь выступают. Давно позитивно очень, мне нравится. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в нашем городе и всегда вызывали большой интерес. Ведь фестивали молодежного творчества – одна из составляющих культурной жизни Славянского района. Кроме того, участие в фестивале – отличный старт для творческого роста молодых рок-коллективов. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».